Ребята, пяша поклевка. Опа. Наша поклевочка Споров, тогда что серьезно? у нас. На аж 16 килограмм. Вы что, паришься, чувак? Да, это Ну, чекайте, дай ему сейчас. О, стоп, пускайте, иди. Пускайте. Пускайте. Резко. Оп. Добре, стоп. Пошоль. Брат и пусак. А, нет, там и малее. Это полтора кило, то не есть. Там кормушка, не? Не боже, та я мого брат. Я Кошарик, добре. Ну ти казав, ти не хочеш таки. Немає, зато фотка буде. Хлопці, як час, то акурат за час. Ну. Тоже то такие вот у них. Ви поймите, ви тепер цю кормушку все замітите. Треба змінити все в одну точку, в одно п'ятно. Бо не все буде такий то має. Ні, буде, я думаю, то має крупняк, бо буде вібрація це робити. Чим далі в ліс, тим більше дров, як ото потрібно. Я не мов. Ну. Ще мало обзора зроблене. Дуже красиво. Вид бомбезний, ребят. Хлопці рибачать. Пытаются щось уміти.
То есть вместо часу первое видео то рыбалка на ГЭС была пиво, да. Не дай шлюзы спускать. Так быстро что-то. Перепас. Что там дядя Вова клюет? Веро, да? Там тоже рыбаку я достал. 4-5 штук. Я думал, кусь там палатку закинул, а то пеньок походу вынесло, да, на самый край. А то десь пенингист пошел дальше десь. На Ростов. Ніч була, Вася, ми відкриті. Ми були вставши з дороги. Так, ребята, машина на озере, чекаем, как какая поклевка, будет жара. Це великий риб, так, да? Непогано, а? Через лінзу. Дядя Вова тягніт корпа на 16 кілограм. Тягніть із корчу тих, там є. Так, ребята. Слаба у нас нині ситуація. На рыбалке хочешь, что тайняка на ну природа маленькая, блин, ты один файный плюс.